нас на канале Мастер ГОТВ. И мы покидаем гостеприимный горнянский город, в котором добывали соль в течение 7000 лет. Напомню вам, мы в Горной Австрии, сейчас мы вылетаем из туннеля, который находится под городом Хальштадт. Приезжаем к берегу вот этого красивейшего озера, и следующий маршрут нашего маршрута — это город Халин, который соперничал Хальштадту, и там тоже добывал соль, тоже испокон веков. Сейчас мы проехали карниз с водопадом, очень интересное место, и были даже так называемые соляные войны, и мы сейчас послушаем противоположную сторону, что нам расскажут в Халине, что нам расскажут про кельтов, что нам расскажут про то, кто первый открыл добычу соли. Мы сейчас все это услышим в следующем городе, до которого всего 70 километров. У нас на канале Мастер ГОТВ прямое включение из мини-кабрио, и мы с вами на австрийских дорогах. Какие они? Какие здесь повороты? Какие скальные стенки? Сейчас вы все увидите собственными глазами. Мы с вами движемся в горной Австрии из городка Хальштадт, городок Халин, которых разделяет всего 70 километров. Но это были абсолютно разные истории, связанные, впрочем, с одним и тем же. Вот сейчас направо Бад Ишель, это курортный город, в котором император Австро-Венгрии отдыхал 60 лет подряд, каждый год. Там же, кстати, он и женился. А мы берем налево. Вот сейчас я не знаю, как устроен этот развилка, но я постараюсь в ней разобраться. Я что-то нажал, я примчу передачу, и вот мы как-то перестроились на противоположную ветвь и не попали в ДТП, и полиция нас пока не задержала. Оставайтесь с нами, прямое включение из мини-кабрио, Верхняя Австрия, и мы с вами на высоте примерно 800 метров над уровнем моря. До встречи! А мы с вами продолжаем путешествие по Верхней Австрии. Мы движемся ущельем, дорога петляет, а скорости здесь никто не сбавляет. Это хорошо, что мини-купер такой приемистый на поворотах. Он такой невысокий, но широкенький. И так четырьмя колесиками достаточно крепко держится за полотно. Сейчас я приключу скорость, но мы не выключаем эфир. Вот справа от нас по течению, мы идем ущельем, и дорога продолжает серпантинить то вверх, то вниз. Люди здесь не стесняются, скоростной режим не меньше 80 км в час разрешенный, но все стараются ехать больше. Это все-таки не Германия, это Австрия, и мы с вами здесь, в Верхней Австрии, вот так на мини-кабрио, вот так встречаем кого-то и продолжаем движение. Здесь нет даже полиции, господа. Здесь нет полиции, здесь солнце, лес, вот такой прекрасный асфальт с небольшими выбоинами, и Горная Австрия, и нас ждет столица кельтов, город Халин. Столица кельтов, город Халин. И до следующего включения, дорогие друзья, до следующего включения. Устала камера, устали голосовые связки, а мы все продолжаем горный серпантин. И мы не знаем, когда и чем он закончится. Что будет за этим городом, мы не знаем. Вот они машины навстречу, велосипедисты. Они здесь, конечно, так нас встречают. Лес, серпантин. Сейчас на спидометре 73 км в час, мы закладываем вираж, не зная, что нам ожидает, что нас ожидает за ним, не знаем. И вот еще, смотрите, это спортивка, это трасса, я чуть-чуть сбавил скорость. Сейчас я переключу передачу и прошу оставаться вас на канале. Прошу не расходиться, сейчас мы в горной Австрии, и мы продолжаем наш репортаж. На мне вот такая курточка, наверное, мы смогли ее оценить, я купил ее недавно. Это шкура козла, добытая вот здесь, вот на этих утесах. Это такая вот тирольская куртка, а вот я остановился, но не
не бояться! Не бояться и не бояться! Сейчас я переключу передачу, и мы возьмем этот бугор. Вот сейчас скорость немножко упала, но я надеюсь все наверстать на следующем повороте. Переключаю четвертую, друзья! Мы в горной Австрии! И прошу вас не покидать экранов телевизора! Мы не знаем, что будет за этим поворотом, мы не знаем, что будет за двумя поворотами, но мы продолжаем двигаться вперед. Я выхожу на пятую передачу. За нами осталась Австрия, и вы только что видели пограничный столб, который разделяет Австрию и Германию. Это австро-германская граница. Только что, час назад, мы ее пересекли под землей, и этот ролик вам будет очень интересно посмотреть, потому что граница между Австрией и Германией проходит не только через перевал, но даже под землей, и обозначена там специальными указателями. А сейчас мы пересекаем ее на автомобиле вот здесь, в австро-германских Альпах. Итак, вперед в Германию!